Звезды активно готовятся к самому масштабному фестивалю казахстанской музыки «Sound of Gaku». Одни из самых молодых исполнителей на большой площадке выступят впервые. У нас в первую очередь репетиция хореографии. Мы тут каждый день танцуем. Причем, как выяснилось, готовятся парни не только к самому фестивалю. У нас сейчас не только «Sound of Gaku» в планах, но и множество других идей, которые мы собираемся притворить в жизнь. Какие именно у парней планы, они, естественно, не рассказали, но намекнули, что ждать нужно чего-то грандиозного. Вообще, творческие люди всегда должны развиваться. Мы сейчас работаем вместе с очень талантливыми танцорами. Вот от нас ждите замечательных новостей в самое ближайшее время. Ну и пока вы ждете, не забывайте, что увидеть подопечных Есбулата Бедильхана вы сможете уже 23 июня в Астане. Это наш первый концерт такого масштаба. Это большая ответственность для нас. Мы постараемся не разочаровать наших слушателей, поэтому сейчас очень усердно готовимся. Что именно покажем, пока говорить не будем. И правда, зачем заранее губить всю интригу на корню? Лучше приходите и сами все увидите. Это не конец. И да, совсем скоро ждите новостей от других звездных участников фестиваля. Оставайтесь с нами.